Рассматриваем цифровую видеокамеру компании Sony, модель HDR GWP88VE. Посмотрим, какой функционал заявил производитель. Открываем, смотрим, что находится внутри. Руководство по эксплуатации, разумеется, на английском языке. Сама камера, без нее никуда. Сейчас мы к ней вернемся, посмотрим, что еще идет в комплекте. Шнурок, чтобы удобно камера держалась, привязанная к руке. Зарядное устройство, кабель к нему. Все культурно упаковано, качественно. Батарейка для камеры. Одна в комплекте. Кабель USB для зарядного. И еще один кабель HDMI. Переходим к самой камере. На передней панели камеры мы можем видеть линзу с подсветкой вверху над ней. Под самой линзой находится кнопка, если мы хотим снимать самого себя или всю компанию, включая того, кто снимает ее. Сверху находится динамик и антенна GPS, если мы хотим знать, где мы это снимали, где мы это фотографировали. На задней панели камеры мы можем видеть кнопку включения и выключения проектора. Сам проектор находится с обратной стороны экрана камеры. Кнопка начала и она же завершение записи. Вокруг нее регулировка приближения и удаления от снимаемого объекта. Немного ниже кнопка фотоаппарата. Фотографировать можно, не прерывая видеосъемку. На нижней панели камеры находится крепление для штатива резьбовое, раскладная ножка, если мы хотим поставить камеру, чтобы она стояла устойчиво и снимала, даже с открытым экраном или для просмотра на экране или для просмотра проектором. Собираем все назад. Что у нас еще здесь есть? Здесь у нас есть динамик. И очень глубоко спрятана, во избежание разгерметизации камеры под водой, глубоко спрятана кнопка-рычаг для крышки камеры, под которой спрятан ее вспомогательный технический центр. То есть, откроем, посмотрим. Мы видим слот для батарейки, слот для microSD-карта, для зарядного и для HDMI. Закрываем. Также на экране, который у нас крутится и отворачивается в любую сторону, есть регулировка фокуса проектора. Очень удобная вещь. К этому мы вернемся позже. Мы видим, что камера имеет 4 вида защиты. От воды. С ней можно погружаться на глубину до 10 метров. От пыли, так как использована усовершенствованная система герметизации для оборудования такого рода. Противоударная защита. Но у всего есть предел. Об этом, я думаю, не стоит забывать. Также съемка в мороз до минус 10 градусов. Для полной зарядки батареи камеры от сети достаточно около 2,5 часов. Если заряжать от компьютера, то требуется около 5 часов. Чистый вес камеры без батарейки, карты памяти и любого другого вспомогательного или навесного оборудования всего 210 грамм. Размеры. Если сравнить с четвертым айфоном, то мы можем видеть, что она даже немного меньше, уже.
но немножечко толще. Нужно же где-то и как-то располагать все физические элементы, такие как сенсорный 3-инчевый экран, литиумную батарейку, линзу с оптическим увеличением в 10 раз. Ну и, как мы уже видели, слот для камеры, слот для карты памяти, ну и так далее. Максимальная резолюция для фоторежима 20.4 мегапикселей. Использован сенсор XMORE R CMOS со стабилизацией съемки. Видеосъемка с опцией подсветки, а также широкоформатная съемка возможна этой камерой. Непрерывная съемка может продолжаться около 13 часов на одной батарее, полностью заряженная, конечно. Как только размер файла достигает 2 гигабайта, камера автоматически начинает создавать новый файл, не прерывая съемки. Отдельной кнопкой выведено включение съемки самого себя, это уже упоминалось. При этом можно развернуть экран в свою сторону и выдвинуть вспомогательную ножку, чтобы камера могла стоять во время съемки на ровной поверхности. Чувствительность записи звука также можно регулировать. Жидкокристальный дисплей изготовлен, используя высокоточные технологии, так что свыше 99.99 пикселей предназначено для эффективного использования. Но тем не менее на экране будут показываться белая, красная точка, голубая или зеленая. Это нормальный, предусмотренный производителем процесс, при котором точки не будут сказываться на качестве снимаемого видео и не будут отображаться в отснятом материале. Очень важно открывать крышку камеры, под которой находятся все необходимые разъемы, включая HDMI, слот для карты памяти, ну и конечно же вся электроника камеры, только если вы убедились, что камера абсолютно сухая. Поделаем это еще раз. Производитель рекомендует промыть камеру в чистой воде не менее 5 минут в закрытом состоянии, чтобы отмокла вся соль, если вы снимали в морской воде. Также мутная вода может содержать не только соль, но и грязь, или ил, ну и тому подобные примеси. Все кнопки рекомендуется прощелкать под водой, чтобы они освободились тоже от разного вида помех в виде соли и грязи. После того, как убедились, что камера высохла, можно открывать для дальнейших с ней действий. То есть, замена батареи, подключение, зарядка, смена картриджа, карточки памяти в смысле, ну и так далее. Завершив все необходимые процедуры под единственной открывающейся крышкой, закрываем ее, но убеждаемся, что не попал песок, волос или другой посторонний предмет под крышку, которая герметизирует камеру. Это прокладка крышки, которая прилегает по вот этому контуру и герметизирует внутренний мир этой чудной камеры. Мы видим, появился желтый значок. Он должен исчезнуть. Это говорит о том, что камера полностью закрыта и загерметизирована. У камеры есть встроенная память 16 гигабайт. Производитель Sony гарантирует рабочее состояние оборудования в температуре окружающей среды от 10 градусов до плюс 40. Работоспособность камеры зависит не только от качества самой камеры. Дополнительный фактор производительности – это используемые внешние носители памяти, у которых, соответственно, есть свои температурные ограничения, установленные их производителем. Карты памяти 4 видов могут быть использованы для проведения записи и фотографии. Это Memory Stick Mark II до 16 ГБ объемом, MicroSD Memory Card до 32 ГБ, MicroSD HC до 32 ГБ,
microSDXC до 64 гигабайт. Все карты памяти не меньше 4 класса. Антенна GPS, то есть геолокация для делаемых видео или фотографий, также может включаться и выключаться, когда она не нужна. И есть опция включения авиарежима. Встроенный проектор расположен на обратной части, как мы уже видели, на обратной части экрана. Четкость изображения картинки регулируется бегунком. Для непрерывного просмотра с помощью проектора полной батареи хватает приблизительно на 1:10. Заряжать можно как от обычной электросети, так и от компьютера. Кабель прилагается в комплекте с камерой. Во время зарядки батареи камерой снимать нельзя. Производителям заявлено, что для непрерывной видеосъемки полностью заряженная батарея хватает на 120 минут. Продолжительность съемки зависит от того, какая резолюция съемки выбрана, какое качество видео выставлено и также от используемой карты памяти. Ну и немаловажно, температура окружающей среды. Если вы решили подключить камеру к телевизору, то батарейку стоит зарядить, так как нельзя использовать одновременно режим зарядки батареи и передачу сигналов видео или фото. Не прекращая видеосъемки, можно использовать фотосъемку, но фотовспышка будет отключена, даже если в настройках включено принудительное ее использование. Если вы собрались погружаться с камерой под воду и вести съемки, рекомендуется произвести все настройки до погружения под воду. Ну что могу сказать? Очень мощный инструмент от Sony.